Добрый день, с вами Михаил Шварц. Мы продолжаем путешествовать по Каталонии. Сейчас мы в городе Бесалу. Говорят, что это самый красивый город в Каталонии. Сейчас мы в этом убедимся. Чем известен этот город? Этим мостом 11 века с раздвижной решеткой. Вот видите, там она поднимается. Дальше увидите замок 10 века. Еще там есть монастырь. Я думаю, здесь тоже делают ликер, судя по магазину. Мы вчера купили ликер по вашему совету в Жироне. Вкусненький. Но мы такой не любим, конечно, но иногда можно попить. У нас много запланировано, не знаю, сколько мы успеем. Планирую посмотреть вулканы Гароча. Ну что, пойдем смотреть город Бесалу.